Неотъемлемая часть жизни любого человека, тема музыки просто обязана быть освещена. Она нуждается в простом и доступном информационном ресурсе, сайте или блоге. Узнаем же, что об этом думают некоторые из отечественных музыкальных гуру. Информационный ресурс про музыку, как бы в нашей стране, да, самое основное. То есть это развитие, потенциал музыкальный, скажем, прежде всего. То есть люди начнут с друг другом общаться, то есть познавать какие-то новые вещи, да, новые веяния музыкальные. Поэтому я считаю, что это положительный результат будет в нашей стране абсолютно. Как для музыкантов, которые имеют уже непосредственно богатый опыт и богатый багаж, и для новичков, которые будут стремиться, то есть познавать, то есть учиться играть, находить какие-то новые адекватные решения. Ну и, наверное, все. Пожалуй, благодаря этому настанет такой момент, когда музыканты будут интегрировать между собой, будут контактировать. Этого, может, и не хватает сейчас, потому что все, каждый по-своему. А создание данного форума, возможно, даже объединит музыкантов со всей республики. Такого сайта не хватает, то есть именно специализированного какого-то определенного сайта на данный момент нету, мы не имеем в KG-зоне. Вот, поэтому это очень интересно было бы и актуально, чтобы музыканты находили друг друга на том же сайте, менялись там идеями, какими-то мыслями, собирали группы, играли, собирались, то есть не занимались какой-то там чушью, да, говоря. Вот, а занимались искусством в разных своих направлениях. Еще много всякого интересного.